Здрасте. Передай моему другу, чтобы возвращался домой. Фото друга отправлено в инвентарь. Фото друга. А, лол! Ты понял, в чем прикол? Это Наруто, и он зовет Саски домой. О-е, дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа, а это Tavern Manager Simulator. И я не удержался, для тебя это будет казаться, что сразу же, а я на следующий день решил прям вот первой игрой записать еще одну серию. Для тебя она выйдет сегодня же. Потому что мне очень понравилось, прям очень понравилось. Так, у нас тут что осталось? Так, тут все хорошо, тут все классно. Тут все замечательно, тут все сасно. Мы открыты. Открыты. Денег у нас нет, мы можем чуть-чуть прогуляться. Пока у нас не пришли гости, можем чуть пробежаться, прогуляться. Интересно, я услышу сдалека, что тут типа, что-то готово, там заказ пришел. Надо будет проверить. Потому что вот тут какие-то поля, что-то. Тут, мне кажется, можно будет сделать по-любому и выращивать чисто себе хлебушек всякий. По-любому, я тебе говорю. 100%. Ну, у нас еще вон там, смотри, что-то есть, вон. Там какие-то локации. Много где можно побегать. Надо ночи дождаться. Закрыто верну ночью и пойти побегать. Да-да-да, иду-иду. Иду-иду. А, да-да, два Эля для моих друзей. Пожалуйста, ребятки. Все для вас, пожалуйста. Эль, плюс-плюс. Давай мы пока нальем новый. Так, я не забыл, я помню. Оп, перфект. Гуд, тоже хорошо. Так, а... Он именно вот... Цену нельзя менять, да? Нельзя же никак нам цену менять. Улучшение. Вот, наверное, первым делом склад улучшить надо. Сковородка барля. Крюки. Рабочие места. Таверна. День 4, репутация 3. 16 из 50 это склад, да? Да-да-да, спасибо. Всего доброго. Приходите, как говорится, из чё. Так, это вот так, оп. Быстро. Оп. И выкинули ее. Четко. Здрасте. Ай, вам Эль. Ну, кто бы мог подумать. Да, действительно. Блин. Ладно, пойдет. А я могу еще налить? Бэт. Я могу, а уже 9 могу налить, подожди. Положить. И давай теперь нальем еще один хороший. Бет мы не подаем, бет у нас идет вот сюда. Нафиг. А, все, понял. Да, иду. Ага. Пожалуйста. Два Эля для вас, господа. И два для вас, дамы и господа. Так, плюс бабки текут рекой. Где? Подожди. Стой. И у нас там грязненько. Надо будет сейчас прибраться. Жестко моем кружку. Так, и где? Где грязь? А где еще? Ага. Бля, понаходили тут, а. О, гады какие. Купите новый уровень. Ну, подождите. Вы что хотите, за столик? Ну, пока ожидайте. Столики заняты. Как вам, Эль? Вкусненький? Нравится? Вам тоже, да. Я смотрю, нравится. Все вкусненько. Так, кстати, я в синей футболке. В кои-то веке. Не в белой. А это, за это нужно как бы и лайк поставить, понимаешь, да? Ну, первым делом. Не забудь еще комментарий ставить, типа, нифига себе, Сильвер в белой фуе, в синей футболке. Как так вообще? Как так моя жизнь станет прежней? Ну, не прям так, конечно. Но было бы славно. Можно поговорить. Привет, как ваши дела? Рад вас видеть, какие новости? На днях видел, как гоблин пытается сражаться с бочкой Сауэра. Бочка победила.
Ну, вы поняли, поняли, бочка победила гоблина. Так, мужички. И дамы, извините, держите. Так, тут еще эль. Пошел наливаться. Хорошо. Пошел наливаться. Хорошо. Пошел наливаться. Нормально. Пошел наливаться. Нормально. Пошел наливаться. Великолепно. Пошел наливаться. Великолепно. Что, заказы? Нет, заказов нету пока. Так, забираем. Вы еще не скоро, да? Так, надо пойти кружки помыть. Там их сколько? Там их дофига. Так. Оп, 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 оп. Нафиг. Следующая кружинца. Так, серф 50 кастомерс нам дали. Какое-то достижение. Что такое? О. Здравствуйте. Ага, два эля. Несу-несу. Несу-несу. Пожалуйста. Новый уровень. Отлично. Четвертый. Нам за это что-то дали, интересно, или нет? Так. Где грязь? Нет грязи. Так, ну вы тоже вдвоем. Вам тоже два эля. Пожалуйста. Все для вас. Так, это сюда. И давай закажем. Нам нужно улучшение. Улучшить склад. И доставка. Пока только ресурсы, давайте. Доставка. Вот давай вот так пока. Да-да-да, несу-несу. Пожалуйста. Ага, это мы забираем. Новый пипец, вы тут что вы тут делали? Почему и почему зеленая? Ужас какой. Ужас какой, ты посмотри, что делается. А где еще кружка? А, доставка. Доставка. Иду. Иду. Ага, спасибо. Ага. Опс. Так, а нас прям больше стал склад. Это хорошо. Так, это сюда. И пока можно налить прям. Оп. Перфект. Оп. Гуд. Рано отпустил. Рано надо. Уверенней быть. Уверенней. Уверенней. Оп. Оп. Уверен все, понимаешь? А, еще одну, может, давай еще одну. Ладно, пойдет. Новый пипец. Сейчас столик протру, я вас вижу. Дайте угадаю, два эля вам. Два эля, да. Ваши два эля. А, там еще два эля хотят. Ну и ваши два эля тогда, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Так, давай пару кружек помоем. Дан. А если я быстрее делаю, быстрее будет мыться? Да, быстрее будет мыться. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, надо воды. Так, воду я помню, надо крутить. Воду взяли и погнали. А можно водопровод, интересно будет потом сюда провести. Все нормально, все красиво, все хорошо. Приходите еще. Согласен, да, но вот как бы. Угу. Всего доброго. Плюс 30. Не, ну это красота прям. Так, и у нас хотят, чтобы мы улучшили таверну, да? Купите новый уровень таверны. Давай. Улучшение, третий уровень. Соточка. Сюда. Оля, новое задание. Починить сральник, да? У нас теперь есть там еще. Ой, там 100 будов столько говняшек будет же. Ой, его надо будет убирать. Ой. Сейчас, подождите. Раз, два, три. Так, один ваш. Еще вот вам как раз. А, два вам. Один вам. А смотреть то ли, так где он? Пойдем посмотрим. Или это чисто наш туалет, подожди. В будущем улучшение... Что?
Теперь в таверне есть туалет. Иногда клиенты будут заходить в него, грязный туалет будет наносить урон вашей чистоте. В будущем лучше не оставлять его надолго грязным. Вонь будет ужасной. Уже все чисто. Сейчас чисто, типа, да? Ладно. Допустим. Закажите колбасы для клиентов. Нифига себе. Подождите. Ее что, готовить надо будет? Нифига себе. Так, смотри, как я уже мастерски наливаю эль. А, я даже дополучил достижение 6 раз подряд. Сделать красиво играючи. Так, это сюда надо будет сейчас помыть. Это для вас, пожалуйста. Это что, грязно? Нет. Что не заходит? А, для троих. Блин, мужики, для троих нету. Пока вот без этого. Так, сейчас на кружке перемыть. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Нафиг. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Нафиг. Хоп-х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 оп. Красиво. Нафиг. И тоже топ. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сюда ее. Оп-оп-оп-оп-оп. Чисти-чисти-чисти-чисти-чисти. Оп. Все, красота. Колбасок, да? Подожди. Колбасок, ладно. Сейчас мы закажем колбасок. Что, думаете, не закажем? А мы закажем. Пока где их готовить и на чем, пока, ну, не совсем ясно. Ну это ладно, это мелочь. Бабулька. Необычные клиенты. Вы становитесь популярнее, привлекаете внимание. Иногда помогут зайти необычные клиенты. Кто-то попросит о помощи, а кто-то может буянить. Чтобы поговорить с клиентом, кликните по нему LKM. Будьте вежливы со всеми, выслушайте их и обслужите как полагается. Сейчас, бабуль, подожди. Нищенка у входа. Чего? Так, бабуль. У вас не будет монетки. Ну на, на. Спасибо, душенька. Я всем расскажу, что тут хорошо относится даже к тем, кто не может заплатить. Плюс 50 репутации. Оу. Так, нам нужна доставка. Ресурсы. Давай вот так. А мебель? А, пока не можем, да, даже посмотреть. Понял, так, мужики, дайте угадаю, вам эль, да? Сейчас налью сразу свеженького вам, вкусненького. Не перфектного, конечно. Но тоже хороший. Сейчас, 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 сейчас. Что-то я... Да что такое? Мужики, перфектный эль для вас. О, тут можно столики нормально поставить. Так, это для нас. Оп, ля, колбаски. Ага. Так, закуски. Клиенты могут заказывать не только напитки, но и закуски. Купите ресурсы в магазине, отнесите их на склад. Учерчил КМ, чтобы расставить закуски на полку. На полку. На полку. О, нифига себе. Дайте колбасу. Так, вам только эль, подождите. Пожалуйста. Так, я бы хотел столики повернуть теперь. Как? О, вот так повернуть, да? Так, подождите. Сейчас, дайте я разверну сначала этот столик. Вот так. Вот, ну что, ну ёб твою, ну сразу сели, а? Чё хотите? Одна колбаска, одно пиво, без проблем. И одна колбаска. Пиво с колбаской, пожалуйста. Так, это мы сейчас протрём.
На, колбаска тоже дешево. Блин, колбаска прикольно. У нас уже появилась закусочка. Понимаешь, это уже вот это тебе не это уже. Это как бы ага. Perfect. Good. Perfect. Perfect. Good. И все. Что хотим? Два эля. Два эля для моих дорогих гостей. Пожалуйста. А тут у нас гномица, да, стоит? 10 или 15 колбасок. Это мы могем. А что мы можем улучшить там дальше? Подожди, улучшение. Крюки. А, плюс крюки. Больше посуды. Главное оружие повара. О, там дальше, смотри, там. Тебе помощник. Мощи грязной посуды. Ля, котел, крюки. Ё-моё, там столько всего классного еще улучшений всяких. Нравится. Так, дайте-ка я, подождите, вот так вот сделаю. Да ёб твою, стол уже занят. Так, 21, ладно, нет, еще рано закрываться, подождите. Оп. Чё хотим? Чё хотим? Говорим быстро, чё хотим? Чё хотим? Колбаска Эль, без проблем. Все для вас, дамы и господа. Все для вас. Пожалуйста, угощаемся. Ему нравится, раз такие звуки происходят. Так, это сюда, а это мы моем. Сейчас, смотри, 4 кружки и кайф. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Отлично. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Отлично. Поп-п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 оп, отлично. Поп-п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 оп, отлично. Заказ? Что хотим? Два эля. Ребятки, ну это для вас он стоит, понимаешь? Для тебя. Оп. Так, у вас я заберу, вы не против, да? А, спасибо. Можно я подвину? Не садитесь, пожалуйста. Ой, замечательно как. Вот так вот. Да, теперь у нас два столика есть. Хорошо, пока хватает на самом деле. Перфектный Эль. Ну, хорошо, тоже нормально. Блин, жалко, знаешь, чего не хватает? По-моему, прокачки скиллов. Типа там, проще было бы Эль наливать. Не знаю, там проще готовить что-то вот такое вот. Чё хочу? Сосисончик, пожалуйста. Сосисончик. Покушать тоже надо. Не все ж Эль пить, правильно? Так, 11 часов. Мы сейчас закроемся и пойдем нафиг исследовать все. Всем спасибо, все свободны. Пожилой Саня. Идеальное название. Кстати, да, ты все еще предлагай какое-нибудь название интересное. Мы все еще можем его записать. Ля, вкуснятина, а. Давай помоем сразу. Чисти, 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 чисти. Хорошо. Хорошо, говорю. Чисти, 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 чисти. Хорошо. И как раз вода кончилась. Так, набираем воды. Это мы забираем. А, ты, о, ты, а, ты как-то, ох ты, а. Вот зачем эта дверь была нужна. Ляль, еще ты по своим делам пошла прям вот? Прям вот так вот? Я уже не уверен, что это прям девушка. Ой, хамло, извините! Получил минус репутации, хамло. Потому что подсматривал. Блин, ну я ж не знал, о, блин, продумано, прикольно. А где у нас была карта? Подожди. А как понять? Это выход? Это вот... А, это передний. Вот с этой стороны что-то. Вот, получается, вот тут. Пойдем посмотрим, что здесь у нас. Вот здесь вот что-то. Я так понимаю, вот это оно. Так, здорово, пацаны. А что это у вас тут происходит? Grand Castle.
Не здесь, да? Здрасте. Я не включу тебя в замок без приглашения короля. Я понял. Серьезные люди. Это не оно, да? А, вон, подожди, вон еще какой-то лагерь. Че это у них тут? И вон там что-то. Ля, какая-то... Чего? Какая-то гадза. Кто-то был здесь совсем недавно. Оп, в инвентарь себе. Это чё? Здесь стоит осмотреться. От замка между трех камней. Так понимаю, дорога в замок между трех камней. Ёлка. Вот это дерево, наверное. Раз, два, три. Наверное, да. Сейчас, подожди. Что тут еще есть? Что можно еще спереть? Что-нибудь можно? А, чтобы в инвентарь. А, нет, это чтобы вернуть. Там между трех камней что-то. И вон там, смотри, что-то продается. Что это, я так понимаю, между трех камней вот это дерево. Оно единственное выделяется. Ну да. Где-нибудь тут, в пне? Может быть. Опа. Опа. Золотишко нашли, ничего себе. Ну, выпьем чайчик в честь этого. А что за гадзы? Пипец, канализация огромная. Не купаться. А почему? Почему? Как думаете, почему купаться нельзя? Странно. А! А! Ша! Ага-ага. Ага-ага. Ля-ля-ля, выныривает, выныривает. Ля-ля-ля, подсматривает, подсматривает. Ну ладно. Ну ладно, не будем его трогать. Ладно, 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 ладно. А вот давай посмотрим, что этот чел продает. Это какой-то торговец, наверное. Бабочки. А, пограничник. Тебя не хотят видеть в деревне после этого случая забродившим Элем. А, там типа деревня. Это типа, знаешь, это я так понимаю, это все будет дополняться и открываться. Блин, это очень круто. Это очень круто, если это будет так работать. Мне прям, я более чем удовлетворен. Потому что мне нравится уже. А если дальше это все будет развиваться, так... Че за мужик? То это вообще круто, потому что уже ходишь и находишь всякие, как будто, знаешь... Ну, то есть не пустой мир, как в том же самом симуляторе, что мы играли. Магазина. Здрасте. Передай моему другу, чтобы возвращался домой. Фото друга отправлено в инвентарь. Фото друга. А, лол! Ты понял, в чем прикол? Это Наруто, и он зовет Саски домой. Это очень круто. Это такая отсылка. Типа Наруто понял Саски, передай моему другу, чтобы возвращался домой. Это супер круто. Так, я понял, разработчик фанат аниме. Это прикольно. Так, ну там я вот вижу какой-то костер. Я думал, это костер. Здравствуйте. Отсылка на Dark Souls. Это Dark Souls. Меч в костре, горит, все дела, дух рядом с ним. Блин, это очень крутая отсылка. Я даже вот так вот ее на превью возьму, вот так вот. Вот так вот. Да, наверное, как-то так. Да как это минута? 24-я, нормально. Так, а тут у нас что? Мне как будто сейчас пиздюлей должны дать, нет? Это я не... Это может тоже на что-то отсылка, но я не понимаю, честно говоря. Молот в башке, хз. Блин, ну это очень прикольно. Так, пойдем до дому. В принципе, немножко погуляли.
Можно будет еще погулять, тут еще много чего есть, вон еще надо в ту сторону сходить. Пойдем посмотрим, обновилась ли типа карта сейчас. В местах, где мы были, как-то она, ну, интерактивная или нет, короче. Надо проверить. Так, а мы как мы вообще, в какую сторону где пошли? Кто где как? Как где кто? Карта? Нет, не интерактивная, к сожалению. Ну, собственно, ладно, ничего страшного. Это мы были... это где мы были? Блин, это дерьмово, я не понимаю, где мы были, где мы не были. Так, ладно, улучшение. Нет, доставка. Или улучшение. Да, доставка, подожди. Мебель. Ну, давай еще один такой столик. Украшения. Но не надо, как будто бы нам ничего. Хотя можно вот картину. Две. А там есть другая картина? А, только одну картину можно, да? Давай две картины. И ресурсы. Вот так вот. Да, давай, на 300 доставочка. Отлично, все, поехали. Ну и мы открываемся. 7 утра, самое верное для того, чтобы таверна работала. Погнали. Я думал, там какой-то кто-то идет, а этот едет штука. Так, и у нас, подожди, инвентарь. Достать. Куда бы его так поставить-то? Его пока никуда как будто и не поставить, этот глобус-то. Давай у себя, может, где-нибудь вот здесь. Вот так вот. Ой, нет, далеко как-то, подожди. Вот так вот. И, ладно, давай доставку заберем, подожди. О, вот это уже серьезно. Чик-чик-чик, оп. Так, на стены. О. Ну, давай вот так. Это что вообще? Как будто тоже что-то из Dark Souls, но я не уверен. Ну, давай так. Пока что. Так, физическое. Вы не видели моего друга, как говорится? Это мемно, это мемно. Нет. Нет, ладно. Пока просто пусть будет вот здесь. Так, сосиска и пипчанский, пожалуйста. Это. Это вам, господа. Хорошего отдыха. Надо как будто немножко расстояние побольше все-таки. А столик уже занят. Не получится. Это прям такой у нас, да, с тобой стол теперь? Ну давай так. Да-да-да, сейчас. Эль и сосиса, пожалуйста. Большой смотрит, да, для компании из нескольких человек. Стол уже занят, хорошо, понял. Так, эти встали, эти пошли. Хорошего отдыха вам, как говорится. Оп, это сюда. Ля-ля, какие ля красотульки пошли. За большой сядете? А как вы сядете сейчас, ну-ка? Ага. Понял. Так, сосиса и эль. Пожалуйста. Новое задание. Так, сейчас посмотрим. Что у нас там за новое задание? Купите новый уровень таверны. Это легко. Вот так давай оставим пока. Новый уровень нам пока не нужен, правда, таверны. Хотя там феечка. Но я еще этот не прокачал, чтобы новый открывать. Два Эля. Все для вас. Все для вас. А что нам поулучшать можно? Подожди-ка. А улучшение? Сковорода.
Бар. Давай крюки еще, во-первых. Я запутался. Оп, 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 оп. А ее нужно типа вот так теперь? Или что? А 4 сосисы всего? Надо сосис побольше. Ага. Плюс 20. Ля-ля. Ого! Вот эта толпа идет. Это мне нравится, это мне нравится. Это я одобряю. Но я так понимаю, на четверых это самые большие столы, да? Эль, пожалуйста. А вам там что? А, два эля и сосиса. Пожалуйста, отдыхайте, наслаждайтесь. И еще наливаем эль. Perfect. 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 Кому что? А, две сосисы, извините. Пожалуйста. Приятного покушания. И еще вам? А может сначала... Прям так, она прям такая, нифига себе, и дальше сидит. Первый раз у нас такое. Да, конечно, за ваш здоровечко. Два эля. Да, без проблем, ребятки. А вы что думали? Оп, оп. Отдыхайте, отдыхайте. Так, надо помыть. Хоп, 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 отлично. Да ну, иди отсюда. Хоп, 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 иди отсюда. Хоп, 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 иди отсюда. Еще вам? О, говорит, с кайфом. Оп, пошла. Пошла отдыхать. А где у нас грязно? А, ну, я ничего не сделаю пока там. Пока здесь наша дама. А, сосису, простите. Сосиса. Новый уровень, пятый. Вообще прекрасно. Хорошо. Что такое? Ё-моё, ребята, я уже... Ух ты. Плюс сорокет. А прикинь, я просто убежала. Я простроился. Пиво, сосиса. Подождите. Пиво, сосиса и... Ну и все, собственно. Пиво, сосиса, пожалуйста. Так, наливаем эль и идем мыть посуду. Понимаешь, это перфект. Это перфект. Это перфект. Это гуд. Кому что? Эль. Пожалуйста. Отдыхайте. Так, а мне надо помыть посуду. Сейчас, сейчас, подождите. Проблемы. Небольшие. Я не успеваю уже. Надо будет феечку себе в помощники. Чтобы хотя бы посудку мыла. Пожёшь, да? Отдыхайте. Туалет. Так. А, после нескольких клиентов туалет может засориться, его нужно почистить. Подойдите к нему и нажмите LKM. Когда метла будет ровно над туалетом, нажмите LKM. Повторите несколько раз, понял. О, вот это вот произошло сейчас, да? Она аж еле идет. Вот это я понимаю, она дристала. А, понял, увидел где. Метлой, да? Ну я понял. Тупо толкаем кокульки. Перфект, все, отлично. Вам L, Эд забираем. Эд забираем, а вам L. А, пожалуйста. Эд сюда. Че там, че там? Еще две сосисы. Пожалуйста. Так, алло, отдай. Так, и отсюда. И давай закажем заново. Нам нужны ресурсы.
Вот так вот. Доставка. Поехали. Чё будете в троичка? Что будем? Два эля, сосиса. Все для вас. Пожалуйста, отдыхайте, наслаждайтесь. Доставка едет. Ну, хорошо, доставка едет. Оп, 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 оп. Так, и, наверное, надо бы... А, у меня денег нету, наверное, на это все. Обслужите 100 клиентов, вроде получил достижение. Так, резко мыть кружки. Оп, 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 отлично. И следующее. Оп, 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 отлично. Давай быстрее, там люди ждут. Оп, закинул. Прекрасно, а. Шикардос. Так, улучшение. Сколько стоит? А, четвертое, это верно. 250, ага. Новый бар. Ну и сковородка нужна, как будто бы. Ну-ка, пока... Оля, ну шо за бар? Что за бар? Эль, да, конечно, без проблем. Пожалуйста. Чик-чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Бар-то, понимаешь, бар-то растет. Нет, тебе не это уже. И не это, и не то. Ну-ка наливаем. И кружек уже 20 есть. Это вам не это. Чё? Сосиса L, пожалуйста. Сосиса и L. А кто что будет? Правильно, женщине сосису, мужчина L. Ну ты понял. Ля, красота какая. Ля, какая красота. А что за срочный заказ? 1L. А в смысле он срочный, на? В чем проблема? Так, а что это у нас? Давай вот тут пусть будет стоять. О, красота. Это мне. Это мне. Это мы протираем. Так, 6 часов. Скоро закрытие. Хоп-хоп-хоп-хоп. Отлично. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Отлично. А сколько, подожди? Сколько вообще улучшений? 9, 10, 11, 12. Офигеть. Прикольно. Но это минимум еще 12 серий нас ждет, я думаю. Так, 2 эля. Пожалуйста, мужички. Пожалуйста. Там еще и феи-помощницы всякие потом будут. Вообще кайф. Не, мне нравится, мне прям нравится. Я прям кайфую. Улучшение сковорода. Оп. Теперь у вас есть сковорода. Вы можете найти ее в меню инструментов, нажав Tab. С помощью ими вы можете прогонять некоторых непрошенных гостей. А! Я думал, жарить что-то надо будет. А ей просто пиздить людей надо будет. Ну, тоже как вариант. Так, L, две сосисы. Пожалуйста. И алло. Пожалуйста. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. И погнали, Эль наливаем. Я бы, знаешь, что хотел? Фею-уборщицу какую-нибудь. Вот было бы прекрасно. Сейчас, мужики, две сосисы. Ну, подождите. Сейчас все будет. Две сосисы, понял. Пожалуйста. Спасибо. Хорошего вам вечера. Приходите еще, как говорится. Ой, воды нету.
Ну сейчас, ну елки-палки, я ж не могу быть и здесь, и там, и тут. Ча. Эль. Забирайте. Четыре кружки, а где остальные? А, вот еще две. Ну, две. Четыре. Две, потому что я всего две помою, помоется их четыре. Поэтому я такой. Две. Папа, чака, сака, чика, пука. Так, мы все, мы все. Вы последний гость. Потому что, ну, потом как бы все. Все, понравилось, все классно, приходите еще. Мужики пришли, поели сосис, ушли. Все нормально, так и надо. Че ты, красотка? Красавица. А да-да, срочный заказ L. Не просто L, а восхитительный L. Красота. Так, ну что, ну красиво же, красиво. Доставка, мебель не могу никакую, а доставка, ресурсы. Вот так давай, доставка, 130. Отлично. Ну как вы, нравится вам все? Рад вас видеть, какие новости? Сапожник опять поднял цены, говорит, кожа подорожала, а сам себе вторую лошадь купил. Ну этот сапожник, блин, ну это конечно ни в какие рамки уже не лезет. Ну что это такое? Это конечно ужас. Ля-ля-ля, погнал. Оп. Так, две кружки моем. До свидания. Наливаем еще Эля сразу по максимуму. Пойдет. Пойдет. Все, красота. 4, 8, 12 кружек Эля. Все, и нафиг спать. Спать до утра? Да. Спим до утра. Проснулись. Отличненько. Сохранение. И продолжим с тобой в следующей серии. А ты, естественно, подписывайся на канал, жмяка на колокольчик, ставь лайки, оставляй комментарий. Мне это очень сильно поможет с развитием канала, а тебе это совсем не сложно. Всех обнял, приподнял, покружил и на место поставил. Всем пока.